твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Приглашаю на эту сцену Наталью Дмитриеву. Добрый вечер, остались сильнейшие. Всем хорошего настроения. Свое выступление я хочу начать стихотворением «Ты знаешь, милый». Ты знаешь, милый, я пишу стихи, когда нахлынет грусть или идут дожди, когда напухнут почки и цветут сады. Ты знаешь, милый, я пишу стихи. Хоть в ритм в белый стих и не ложится, тебе пишу я, милый, от души. Однажды мне ночью не спалось, и приснилось такое стихотворение накануне. Так вот, мне ночью не спалось, вдруг озарилась тьма, на небе новая зажглась звезда. А вот комета, стремительно, красиво, она ведь так похожа на меня. Уверена, что ты та самая звезда, ну а комета, как известно, это я. Следующее стихотворение я хочу выразить благодарность одному человеку. Послушайте, пожалуйста. Тебя, мой милый, я благодарю. Луга, поля, дремучую тайгу, луну со звездами и солнце свет тебе дарю. Я от души тебя за все благодарю. Я именем твоим звезду на небе назову, листву, что шепчет твое имя мне, и стаи птиц, летящих вдалеке. Тебя, мой милый, я благодарю за нашу с тобой вечную весну. А следующее свое стихотворение прочитаю на другой вечеринке, потому что у нас еще очень много гостей. Спасибо. Наталья Дмитриева, спасибо большое вам. Твой шанс, и ты звезда.